Чтобы я спросила Федора Михайловича Достоевского, американо или капучино, но, наверное, он бы сказал мне: ничего не говори, а лучше принеси мне чай, потому что он любил крепкие, черные, сладкий чай. И чай считал продуктом первой необходимости. Бедность молодого Достоевского иногда доходила до самой крайней точки, когда не было ни еды, ни теплой одежды. В такие моменты он писал отцу: «Папенька, вышлите чаю! Это необходимо не из одного приличия, а из нужды». Он любил чай и нуждался в нем, когда писал и выпивал по несколько кружек за раз. Позже он напишет в своих записках из подполья: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить всегда». Вы думаете, Достоевский имел в виду только чай? Он говорил о желании человека делать то, что ему хочется. Пусть весь мир провалится, а если я хочу пить чай, то я буду пить чай, а я буду пить свой кофе.